sagt provspelare från IFK Haninge. Shahin ut mot Trore. Shahin igen. Vinner ut sitt inkast för Häcken. Ja, det är väldigt högt tempo i matchen som vi ser. Det känns som att det är en tävlingsmatch på riktigt. Eller ett välorganiserat anfall i alla fall. Bullut håller han undan. Som är, som jag nämnt tidigare några gånger, är här och provtränar. Eller rättare sagt provspelar med Norrby. Till hans fötter. Till skillnad från Staff El-Kabir som hittar Smanagic. Smanagic i sin tur hittar till. Dessutom har man Christian Rubio. Нифевервет. Появилась информация, что им в очередной раз активно интересуется Зенит. А игроки Хекина. Ну, 27 номер, еще один иварец. Пошли прессинговать. Ильин. Сперциан. Герует на действия полузащитника нашей команды арбитр. Потому что эпизоды с прессингом, это когда и Рамирес, и Петров должны быть на чужой половине поля. И активно там участвовать. Удар в сторону. Этот вариант попробовать. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Здесь возвращает мяч Спиртиану, тот простреливает. Ну, Эдик как раз забил победный мяч в ворота Валеренге. Это, например, не разобрался и был в полной уверенности, что гол нельзя было Миддлсбро засчитывать. Потому что была игра рукой. Смотришь на Мальме. Может, против... проблема в нас, да? Может быть, смотришь на Мальме против Зенита. Рами пытался в штрафную. Кстати, вот на том паб, понятно, там Зенит раньше стартует в Лиге Европы, он уже дает наиграться своим. Немного ударов, вот мы отмечали статистику в конце первого тайма, 3 удара в створ. Здесь как здорово развернулся, 27 номер Амана Ромео. Да. Ну так чисто внешне, кажется, фальцетос футболист. Смотри, какой легко удавшийся перехват Рами Кабела. Бежит Эрик Бутхейм параллельным курсом. Но Кабела вынужден отдать назад. Нам еще надо вышли шведского клуба. Но тоже не бездумно. Не бездумно они это делают. Вот нас тут спрашивают, что у Реми новая позиция бокс-ту-бокс в Краснодаре. Здесь вообще нет... В прошлый раз помнишь, как Спиртиан подал? Сейчас низом на ближнюю. Он же подавал, но не удалось мяч поднять.